Девчонки, вот смотрите, это вам. Мужик идет, пацан, ну, он снимает эксперименты. И, короче, вы, если человек обронил Apple или какие-то еще там планшеты там, или что-то еще, что-то типа этого, вы или деньги вы сразу берете, подходите. Слепой вот. Опа, подскользнулся или упал. Все, вы быстро подходите, берете. Деньги вы берете. Потом он говорит вам: вот вы взяли, а это ваши? Хупа. Вы бы разбрасываетесь, блять, нахуя и вы берете, говорите, то, что они. А нахуй мне не нужно. А нахуя вы берете? То же самое планшет или телефон. Нахуя вы берете? Хотите, блять, взять? Сука, зарабатывайте. И покупаете себе. Нехуй. Брать. И то тому подобное. Вот нехуй брать. Да. То, что я свое лицо не показываю. Да, я знаю. Потому что не хочу. Поэтому, блядь. Мы уже знаем то, что вы только на деньги ведетесь. Просто чистый вопрос. Деньги или любовь? Деньги, деньги, деньги. Деньги кончатся. Что, вы потом уйдете? Да, уйдете. А некоторые любовь. Потому что они человека любят. За то, что он есть. И с вами, а деньги, они кончаются и кончаются. Поэтому, бабы, решайте сами.